лучшая лига мира. Динамо Махачкала против Шинника. Такой матч нам с вами предстоит посмотреть в седьмом туре Мелбет первой лиги. Да, наверное, это не самая центральная игра по вывеске, потому что Динамо Махачкала сейчас в режиме реального времени аж 12 место занимает, Шинник 10, середняки. Но и та, и другая команда с историей, и очень много ярких персонажей будет сегодня и на поле, и, конечно же, на скамейках. У нас настоящее дерби топ-туркмен. То есть намекают на то, что сегодня махачкалинцы фавориты. И вот их опаснейший момент, и не забивает Динамо. Выход 1-1 с Амину Абдуллахи не реализует. Да, это был очень классный шанс. Провалился правый фланг обороны Шинника. Но вот Добня. Добня сразу же показывает свой уровень. Продолжает довольно интересно. Скидка на дальнюю штангу. И снова Добня вступает в игру. Врезается он ногами в соперника. Ему тоже больно. Но он был первым на мяче. Он спас свою команду в очередной раз. Шинника пока ни одной замены. Чкалинцев. Касентура. Плечо в плечо. Сохраняет мяч. Анголец. Скидка под удар. Рикошет. И вот здесь везет махачкалинскому Динамо. И они наконец-то забивают. Самину Абдуллахи наносил этот удар. Мне кажется, что тут может быть и автогол. Но самое главное, что мяч влетел в ворота, и Динамо выходит вперед. Ну, впрочем, мы-то за интригу, за то, чтобы точно еще были голы, точно еще было что-то неожиданное. Вот сейв Давида Волка. Хо-хо-хо. Супер голевой момент Шинник создает. Сейчас момент, и 1-1. Неважно там, что было в истории, важно, что есть сейчас. Гол забивает капитан Шинника, самый активный в составе рославцев, Дмитрий Самойлов. 1-1. Как взрываются трибуны. Динамо в атаке, Касентура. Подача. Ну как же здесь не забить с линии практически. Мимо отправляет мяч Камиль Ибрагимов. Я думаю, что сейчас раздастся финальный свисток, который фиксирует победу дружбы в этом матче. Потому что это ничья 1-1.